Принятие на вооружение реактивного пехотного огнемета «Шмель» позволило обеспечить пехотинца оружием с огневой мощью, эквивалентной орудийному выстрелу большого калибра. Это дало возможность автономно решать задачи огневой поддержки в обороне и наступлении при действиях в труднодоступной местности. Огнемет «Шмель» справедливо стали называть артиллерией пехоты. Однако опыт его боевого применения показал необходимость разработки нового образца, превосходящего по дальности стрельбы и могуществу боевой части в 1,5-2 раза без изменения габаритно-весовых характеристик. По заказу войск РХБ защиты Вооруженных сил России, государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения» разработало качественно новый огнемет повышенной дальности и могущества «Шмель-М». Создание огнемета «Шмель-М» потребовало от конструкторов новых технических решений, позволивших при снижении веса огнемета до 8,8 кг увеличить массу термобарической смеси до 3 кг, что соответствует 6 кг в тротиловом эквиваленте. Могущество боевой части обеспечило надежное поражение сильно укрепленных фортификационных сооружений и бронированной техники. За счет применения нового баллистического решения в огнемете «Шмель-М» начальная скорость капсулы достигла 180 метров в секунду, что обеспечило повышение дальности прямого выстрела в 1,5 раза, эффективной дальности поражения цели в 2 раза, увеличение максимальной дальности до 1700 метров. Уникальная конструкция огнемета «Шмель-М», позволившая обеспечить большую дальность без маршевого двигателя, работающего на траектории, обеспечила высокую точность стрельбы, что позволило эффективно поражать малоразмерные цели. Большая дальность эффективной стрельбы в сочетании с высокой точностью и могуществом боеприпаса «Шмель-М» позволяет уничтожать противника, не входя в зону эффективного поражения обычного стрелкового оружия. Для повышения точности прицеливания на больших дальностях в различное время суток на огнемет могут устанавливаться дневной и ночной оптические прицелы. Конструктивно огнемет «Шмель-М» представляет собой выстрел калибра 90 мм, размещенный в герметичном транспортно-пусковом контейнере длиной 920 мм. Поражающими факторами боеприпаса являются высокотемпературное поле и зоны избыточного давления с повышенной длительностью воздействия. Отсутствие осколочного поля обеспечило поражение только избранной стрелком цели, позволяя использовать огнемет «Шмель-М» в антитеррористических операциях. Радиус поражения живой силы противника на открытой местности – 7 метров. Переносятся огнеметы во вьюки. Небольшая масса огнемета позволяет уменьшить вес вьюка из двух выстрелов по сравнению с огнеметом «Шмель» на 6 кг или увеличить носимый одним бойцом боекомплект до 3 выстрелов. Малые габариты и небольшая масса вьюка позволяют доставлять огнеметчиков в район боевых действий любым видом транспорта. Огнемет герметичен, всегда готов к немедленному применению и не требует подготовки к стрельбе во всех условиях эксплуатации, в том числе после преодоления водных преград. Принятая конструктивная схема позволила значительно повысить дальность и одновременно снизить уровень звукового давления на стрелка в 3 раза. Стрельба производится из любого положения огнеметчика – стоя, лежа, с колена.
Огнемет «Шмель-М» отличается высокой надежностью и безопасностью в обращении. По своим тактико-техническим характеристикам он не имеет аналогов. Большая дальность, высокая точность стрельбы и могущество боеприпаса позволяют эффективно поражать укрепленные огневые точки, легко бронированную технику, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, разрушать промышленные здания, вести антиснайперскую борьбу. По вопросам приобретения огнеметного